Прошедший год был очень непростым в экономическом плане. Все это понимают. Но несмотря на это, Одинцовский городской округ сохранил положительные тенденции в финансовой сфере. Доходы бюджета почти составили 36 миллиардов рублей, расходы 37, из которых порядка 90% это расходы социальной направленности. Образование, культура, физическая культура, спорт, социальная политика, ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство. Доходная часть бюджета Одинцовского округа в 2022 составила 36 миллиардов 275 миллионов. Расходная – 36 миллиардов 947 миллионов рублей. В сравнении с предыдущим годом прирост составил 30%. На 99% расходы были сформированы на основании муниципальных программ. В разрезе муниципальных программ расходы сложились следующим образом. Наиболее емкая, это как всегда, по объему финансирования, это программа образования. Более 10 миллиардов рублей. На программу строительства объектов социальной инфраструктуры – направлено 8 миллиардов рублей. Формирование современной комфортной городской среды – 5,5 миллиардов. В 2022 году в округе осуществлялось проектирование и строительство 19 социальных объектов сфер образования и ЖКХ. На ремонт соцучреждений было израсходовано более 500 миллионов рублей. Дополнительные меры соцподдержки и соцпомощи граждан за счет средств местного бюджета в 2022 году оказаны в сумме 377 миллионов рублей. На бесплатное горячее питание учащихся начальных классов и питание детей в льготных категорий в школах и дошкольных отделениях израсходовано 247 миллионов. На исполнение нацпроектов образования, жилье и городская среда, экология и демография направлено 8,5 миллиардов. Рост в сравнении с прошлым годом составляет почти 80%. В Одинцовском округе на протяжении уже ряда лет выполняются и перевыполняются показатели по средней заработной плате работников образования, культуры и спорта, установленные майскими указами президента. Одной из основных задач политики округа по-прежнему является контроль и повышение эффективности использования бюджетных средств. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».